На товариществе с ограниченной ответственностью «Стеклосервис» запустили новую автоматизированную линию по резке стекла. Новый проект позволил значительно увеличить объем выпускаемой продукции. Побывав на производстве, Алмагуль Джимпиисова узнала и о других новшествах предприятия. Установка нового производства завершилась в начале года. Автоматический склад, авторезка и линия по обработке стекла. Эти три новшества внедрены для повышения качества продукции предприятия. В результате мощности выросли в два раза при том же количестве рабочих. К примеру, если раньше по резке стекла были 6 загрузочных пирамид, то теперь 58 заполняются за тот же срок. Мы немножко роботизировали наше производство, вот, автоматизировали его. Вот, ну и идем, как говорит наш президент, к индустрии 4.0. Мощности сейчас в плане резки увеличены вдвое, в плане обработки стекла увеличены втрое, как бы, поэтому производство стеклопакетов как бы осталось в принципе неизменным, но за счет нарезки мы ускорили саму скорость производства. Стоимость проекта 1 миллиард 200 миллионов, из которых 800 миллионов – собственные средства. Остальные получены при поддержке Национального агентства по технологическому развитию. Большие перспективы открывают предприятия и обрабатывающие центры. Вертикальный осуществляет тестирование стекла на прочность, что даст возможность участвовать в строительстве более сложных объектов. На линии также имеется прибор сканирования. Есть ли на нем царапины какие-то, включения, которые не позволяют пропускать дальше производство по ГОСТу? Вот, и оно указывает на место, где это происходит, то есть где это может быть, указывает даже размер царапин, там, либо еще что-то. Вот, и оператор уже смотрит визуально уже именно в ту часть стекла, где это, где выявил сканер, да, и уже решает, брак ли это или не брак. То есть благодаря этому еще раз мы повысили свою ответственность перед потребителем. Горизонтальный обрабатывающий центр, помимо чистки и прочих процедур, позволяет делать фрезеровку и гравировку на стеклоплотне. В целом, на заводе, как и прежде, более 80 рабочих могут производить порядка 2500 стеклопакетов в сутки. Это оборудование называется «Нептун». На нем производится мойка стекла любого размера. Сначала холодной, затем горячей водой. Здесь же производится сушка. После «Нептуна» стекло готово к отправке. По словам руководства, на сегодня порядка 50% продукции идет на экспорт в страны СНГ, основной рынок – Россия. В планах дальнейшее роботизирование и автоматизация производства. Однако заказов не так много. В данный момент ТОО загружено процентов на 20. Алмагуль Джампейсова, Нурлан Идиров, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.